Уважаемые болельщики, прослушайте, пожалуйста, составы играющих сегодня команд. Хоккейный клуб «Липа». Ворота защищает Сергей Морозов, номер 95. Капитан команды Александр Чухистов, номер 3. Андрей Бричилев, номер 18. Евгений Савельев, номер 8. Андрей Бугаков, номер 17. Андрей Ларшин, номер 15. Илья Ершов, номер 91. Станислав Поросятников, номер 77. Евгений Титов, номер 7. Владимир Орлов, номер 41. Роман Лаванов, номер 70. Владимир Шуркин, номер 69. Григорий Кононыхин, номер 13. Хоккейный клуб «Энергия ЛЭС». Алексей Ковалев, номер 1. Дмитрий Полосин, номер 2. Роман Васильев, капитан команды, номер 5. Артем Дмитриев, номер 1. Александр Гончаров, номер 15. Алексей Матюков, номер 16. Антон Суханов, номер 22. Анатолий Кузьев, номер 23. Владимир Астемин, номер 23. Сергей Китаев, номер 30. Николай Сапин, номер 34. Сергей Миронов, номер 22. Андрей Черников, номер 41. Алексей Дмитриев, номер 71. Андрей Кузнецов, номер 77. Роман Алексеев, номер 94. Главный тренер команды Руслан Анатольевич Шуров. На сегодняшнем матче работает бригада «Ростов-Сергей» Сергей Кузнецов, Павел Кузнецов. Вся бригада – судейский комитет Российской Лиги Хоккея.
Thank you.
за задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан игрок команды «Энергия ЛС» Алексей Маркашов, номер 16. Высоко подняли клюшками, малым штрафом. На танцах там лимба, шарана, номер 74. Время. Перерыв 3 минуты. Команда «Липа» играет в полном составе. За неправильную атаку соперника малым штрафом наказывает игрок команды «Энергия ЛС» Владислав Семенов, номер 25. Thank you.
команда NRGLS играет в полном составе.
Шайбу в ворота команды «Энергия ЛЭС» забросил Андрей Бугаков, номер 17. Передачи Владимира Аравина, номер 41. Шайбу забросил Евгений Титов, номер 7. Последняя минута второго периода.
За опасную игру высоко поднятый ключ малым штрафом наказан игрок команды «Энергия ЛС» Антон Суханов, номер 22. Команда «Энергия ЛС» играет в полном составе. Здорово, 3-1. Выигрывают. Да, сыграны 7 минут. Володь, через 15 минут звоню. Игра закончится. Я просто работаю.
За игроком новейшей шайбы малым штрафом наказан игрок команды Филиппа Евгений Савидзе, номер 8. Команда «Энерджи» берет 30 секунд вперед.
время.